А следующим у нас будет инструментал. Сильно советую не расходиться. Также впервые на нашей сцене будет играть замечательный балалаечник Евгений Быков. Слушайте внимательно. Здравствуйте. Ну, продолжим тему скоморохов. Мы уже в сольном исполнении. Наверное, не берет никто, да? Попытаемся.
украинской.
иногда мы сами для себя придумываем наигрыши. Вот я себе придумал такой наигрыш. Евгений Быков, виртуоз, инструменталист у нас на фестивале. Спасибо, Евгений, большое спасибо.